поддержана, это очень хорошо. Да, 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 очень хорошо для меня. Ну смотри, 730 я плачу за дом, да? Тысяч, ну пусть вместе тысячу, да, плюс коммунальные, там все вместе тысячи. Тысячу на продукты, на питание, на еду, потому что цены такие же, как и здесь, вот так вот хватает. Ну плюс там страховки, да, там раз в полгода я плачу 800 долларов, да, в месяц? Ой, не в месяц, за 6 месяцев за две машины. То есть где-то пусть там 2,5, так вот я трачу, да, в месяц, еще 1000 остается. То есть нормально, я могу отложить эти. Не считаю, что это исключительно. Вот тебе сколько хватает? Прошу. 1000 долларов в месяц хватит, чтобы на питание, на все, на то, на все в месяц. Да. Нет, тысячи нет, можем есть. Не хватит 1000 долларов. С натяжкой. Мне вот так вот хватает. На еду, на питание, на бензин, на все. Ну вообще-то экономия, тебе может и хватит. Да. Ну, мы ходим, я не знаю. Цены такие же, как и здесь. Ну, цены такие же. Да. Ну, как, мы и фрукты едим, ягоды едим. Нет, у нас продукты такие, фрукты, овощи, то, что касается витаминов, оно доступно всем. Ну, вот зимой у вас может быть. Мне кажется, нет, да. Доступно, но все равно как бы...